мы сегодня потопчем. Ах, потопчем! Ребята, не боись, я здесь, я с вами! Слушай только мою команду! Я сказал, вперед, значит, вперед! Так играть умеет сильно только наша Украина! Самые ловкие, самые сильные, только бело-красно-синие! Быстрые безмолокиты победят желто-блокитные! Утром ждем после обеда, где Россия, там победа! Прячься быстрым всем уборную, по на поле наша сборная! Вон закрыть для дураков, воротах овчинников! Зададим сейчас вам газу, наколотим до отказу! Что такое сделать свет, нужно газ вам свой иметь! Не понял? А что там непонятно? Свой надо иметь, а не наш воровать. Теперь понятно? Да мне ваш газ по барабану. Я себе покушать и на дровах приготовлю, в печке. Ага. И, понятное дело, в русской печке. Русской печки вообще быть не может. Потому что и печку, и еду изобрели украинцы. Может, вы еще и порох изобрели? О, и порох, и китайцев, и Самсунг, и Днепрогэс, и вареники, и сметану, и борщ, и колбасу, и самогонку. И как следствие этого, туалетную бумагу. От Карпати до Донбасса футболистов классных масса! Ерунда, ваши Карпаты! Круче всех нас, ребята! Лучше, лучше всех ваши ребята! Смотри, 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 как побежал, а! Ай-яй-яй, да бегает, как голые бабы забила, побежали! Красавцы, красавцы! Красавцы! Что это они? Что они делают? Подожди, так, так, бей, бей, бей на головку, на головку! Молодцы! Все не вмерло Украины, ни слава, ни воля. А я же говорил, забиваються в голи українські орли. Молодцы! Молодцы! Подожди, я не понял, что он сделал? Он что, свои ворота забил? Ты верблюд, костистый, что не хватает, спрашивать надо! Да что ты сам, ты верблюд? Это же разминка, мать еще не начал. Да? Туха, у меня чуть сердце не остановилось. Адреналин так и будет, говорит, послушай. Ага, ты еще под собой пощупай. Дыраком. Так, все, начали. Россия! Россия! Не вдержаться москалям, надаем им по соплям. Сейчас оставим мы хохлов без очков и без трусов. Ах, красавцы, красавцы. Смотри, 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 как бегает тут, красавцы. Да что бегает, бегает, как голые бабы за мылом. Красавцы, вы сначала играть-то учитесь. У кого, не у вас случайно? Конечно, у нас. Мы же родоначальники футбола. Чего? Вы еще и футбол придумали. Конечно. И футбол, и аут, и воротя, и таблицу умножения, и вас, москвичи, насквозь видим, так что запиши туда и рентген. Тундра, футбол англичане придумали. Которые? Некоторые. Ой, да англичане только могут что придумать, так это битлов. И то там половина наших была. Самый умный из битлов происходит от хохлов. А у вас кто? У нас. Ага. Да у нас. Да у нас один Кобзон чувствует. Ой. Или может Кобзон тоже украинец? Ну а кто же он по-вашему? Кобзон от какого слова? Какого? От кобза. Это старинное национальное музыкальное орудие пыток. На кобзе кто играет? Кто? По-нашему кобзар, а по-вашему Кобзон. Ладно, хорошо. А Варум? А Гутин? Ты еще скажи, Валерий Меладзе, Клара Новикова, Наташа Королева. Все с Украины, все! Ладно, хорошо. Так, пас, пас, новый пас, пас, но не
Аня, ну кто ж так постовы поздает? Долг я учить вас буду. Так кому там давать? Хорошо, ладно. Вот раз они такие умные, эти артисты ваши, чего же они обратно на Украину не едут, а? Чтоб не оставлять российскую эстраду один на один с Борей Моисеевым. Ты за Борю не волнуйся. Боря русский мужик, он задним умом крепок. И ты не волнуйся, у нас красивых девушек тоже много. Ага, и стоят они все в Москве на Тверской. И почему-то гривны не берут, только доллары. Так это говорит о том, что они не только красивые, но и умные. При чем там ум? А при том, что сам подумал, зачем им в Москве гривни? Хорошо, давай, да. Ох, мы вас сегодня построим, Да вы сначала все дачи в Подмосковье достройте. Строить он нас собрался, ну строитель хренов. Ладно, вот скажи мне, вы чего к нам едете? Ответ простой, потому что на Украине нет работы. Вот. Что вот? Что вот? Просто Украина достигла вершины совершенства. В каком смысле? Ну, в прямом. Украина достигла такого уровня развития, что сегодня у нас делать вообще нечего. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завіва, а наша ненька Україна голов багато забива. Москва, звенят колокола, Москва, заб'єм вам до хрена. Москва! Ну что ты расквакался? Москва, Москва, Москва. Я после Португалии на вашем бы месте сидел бы и не квакал. А после Эстонии? Ну тоже сравнил команду. Так, тихо. Ух, красавец! Возле самой штанги мяч прошел. Ага, в притирку с самолетом. Это ему защитник помешал. Плохому танцору Фаберже мешает. Которые? Оба. Ага. Всем, как вам пора сдаваться против нас, не продержаться. Всем в защиту, всем в атаку, поцелуйте наших в стенку. Так, ну ладно. Перерыв. Да. Пора размять онемевшие члены. Да. Пора, пора, все домашнее, все свое, все украинское. Да, наши сейчас тоже в перерыве сальца с хлебчиком и с лучком навернут. И во втором тайме вам хана, кранты и полный пендик. Ну, в стеклянной посуде ж нельзя, милиция загребет. Так, когда меня ущупывали, я сказал, что это у меня грыжа. Ну, ты ж, наверное, не будешь. Почему это? Бо я тебе не дам. Вот морда, ну. Да ладно, я пошутил. Стакан есть? Стакан. Русский мужик без стакана? Как бизнес без Либермана. Понял? Ого, а как ты стекло пронес? А я, когда меня ощупывали, сказал, что это протез. По мужской линии. И что, поверили? Ага. Он так пощупал, сказал, оставь адресок мастера. Ну, за великий и могучий российский футбол. Извини, я за своих. А, за твоих? Да. Ну, давай за твоих. Только я тогда стоя и не чокаюсь, как на поминках. Потому что все равно во втором тайме хана и вечная память. Сергей смотрит. Значит так, слышь. Сейчас делаем волну. Верхней точкой выпиваем. Три, четыре. Украина – это сила! Украина – это мощь! Даже Рома Абрамович не сумеет вам помочь. Да что вы уже, Абрамович? При чем тут Абрамович? А при том, что скромнее надо быть.
Один Абрамович на всю Россию, а раструбили по всему миру. Он у нас полудец Абрамовичем. И никто не аквиширует. Ну что, волна? Подожди. Конечно, волна. Как на Киевском вокзале два хохла маячили, а Россия Украине сейчас начнет вколачивать? Не тягай воду! Корабль слагнется, а Россия сейчас об наших сильно на испотыкнется. Либо тоже нам дома, мы без шуток не идем и в ворота Украины до хрена голов забьем. По Днепру плывет топор из города Чугуева. Вы сначала нам забейте, потом потолкуем. Забьем, забьем, не переживай. Ну что? Бог любит троицы. Давай. Так... Мирьям угощай, спокойно. Мы тоже не лапки мси хлебаем. А? А что это за Бетховен у тебя? Это дозатор. По три пика на лицо. Давай. Давай. Волна? Волна. Знаешь, кого я больше всех не люблю? Так попрошу без намеков. А при чем тут ты? Мы ж выпили уже. Да. Я вот эту, блин, нашу сборную не люблю. Ну кто так играет? Там же смотри, ну даже Украину обставить не могут, а? Ты знаешь, я наших тоже не люблю. Ну казалось, что Россия мелочь пузатая. И то обыграть не могут. Вот. За что вам деньги платят? Волна? Волна? У тебя немножко длиннее пик. Не важно. А помнишь раньше? Раньше. Ходи сборная была, а? Смотри, Блохин, Биланов, Михаличенко, Заваров, Литовченко, Леня Буряк. Адасаев, Ахидья Тулин, Аюрия Гаврилов, Ахмедия Черенкова, Сережа Шавлот. Всех побеждали, всех! А почему? Потому что были вместе. А не вот это вот, игруны. Бегают, бегают, как сонные мухи. Два балла этих таймов проиграли и жира-жира. Шева, убей их. Знаете что, коллега? Да. Я так понимаю, смотреть все равно нечего. Да. У меня есть предложение продолжить наше мероприятие подальше от этого спортсооружения. Вы знаете, коллега, нет возражений. Помнишь, как раньше пели? Рум-пуру-буру-буру-бум-бурум. Не, это у вас так некрасиво пели, а у нас вот так. Пум-пуру-пуру-пуру-пум-пу-пум-пум-пум-пурум-пум-пурум-пурум-пум-пур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 ум